ты, Соколов, ничего себе просто. Сам пошел вперед и у Никонсона шайбу забрал. Посмотрите, что делает Соколов. Бросок! И будет ли добивание? Самонов останавливает эту шайбу. Драка Галенюка. И пошло-поехало. Котляревский и Галенюк. Лайнсмены рядом. Проходит удар у Котляревского. Не знаю, насколько сильно попал. Галенюк отвечает с правой. И теперь уже прижат к борту защитник СКА. Продолжает наносить удары Котляревский. Ну все, устали. А лайнсмены-то зачем лезут в драку? Ну, лайнсмены, наверное, думали, что все закончилось уже, поэтому пришли. А там с правой руки прилетит. Ух ты, Галенюк. Галенюк оказывается сверху. Честно говоря, поначалу-то мне казалось, что Галенюк проигрывает. Ну, так он, видимо, физика получше оказалась. В конце, конечно, прилично. Галенюк, конечно, удивил, честно сказать. Давайте посмотрим еще разочек. Хороший бой получился. А вот с чего все началось. Соколов из своей зоны прокладывает путь, не знаю, там, навигатор.